Этот агрегат сегодня поработал на славу. В считанные минуты он очистил от снега широкую площадку во дворе дома номер 6 по улице Победы. Жильцы, выходя из подъезда, не могли пройти мимо и выражали мастеру слова благодарности. На сегодняшний день у нас идет штатное, по штатному расписанию. Значит, мы расширяем, вывозим снег со дворов. А когда бывают сильные бураны, значит, у нас авральная система. Идет по две техники обязательно. Значит, техника толкает, ДТ-шка толкает, а МТЗ уже расширяет дороги. По две техники, даже по три вывозятся, когда бывает буран, снегопад. А так в штатном режиме тоже по две техники выезжают на одну. На микрорайоны. Но слова благодарности работники коммунальных служб слышат редко. Если проезжая часть расчищена, дорожники занимаются расширением автостоянок. Но здесь им приходится сталкиваться с человеческим фактором. Далеко не всегда автовладельцы идут навстречу и убирают свой транспорт. Как результат, некачественная очистка территории. Контролируется эта работа нашими инженерами на участках. И мы сами совместно с представителями ремжестроя проезжаем контрольные объезды по дворам. То есть, потому что понятно, что в случае сильного снегопада одномоментно все убрать как бы сложно, но в течение дня, скажем, эту работу они выполняют. Но проблема у нас возникает по автотранспорту, который оставляют жители на парковках и на проездах. Поэтому некачественно не всегда получается работу сделать. С ноября 2012 года между управляющей организацией УЖХ и обслуживающей фирмой «Ремжилстрой» заключен договор технического обслуживания многоквартирных домов. По условиям данного договора подрядчик выполняет все, что прописано в документе. Это не только механизированная уборка территории, но и другие виды работ, выполнение которых контролирует управляющая организация УЖХ. В числе перечня работ, предусмотренных указанными правилами и нормами технической эксплуатации, имеются работы по уборке придомовой территории. Уборке придомовой территории в зимний и в летний период. Уборка придомовой территории в зимний период предусматривает очистку придомовых территорий от снега. При этом указанными правилами предусмотрены порядок выполнения указанных работ, сроки и периодичность выполнения этих работ. И во взаимоотношениях с ремжеустроем управляющая организация при приемке выполненных работ руководствуется критериями качества выполненных работ. В конце месяца сотрудниками управляющей организации проводится прием работ всех видов техобслуживания. Если работы выполнены некачественно, деньги остаются на счету дома. Как пояснила главный экономист УЖХ, механизированную уборку придомовой территории жильцы оплачивают по тарифу 17 копеек за квадратный метр. Деньги на зимнюю уборку берутся из средств, которые копятся по статье «Ремонт и содержание дома». Ксения Зайцева, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».